Всем привет! Мы на суете, собираемся в Красноярск. Со следующей сторону покажу. Мало на малышке сегодня нужно частями двигаться по местности. На какой? Как будто в детство попал. Вообще кайф. Сейчас вот цель номер один — поставить спойлер на грузовик, чтобы экономить топливо. На учет когда ставили, пришлось снимать. Гаишники сказали, не вписан. Ну все, миссия выполнена. Начинаем собирать шмурдяк. Кто это, бля? Чё за пушка? Дрифтеры поймут, чем я сейчас буду заниматься. Оля, не надо. Чё, мы ждём машину Ринзяева Кирилла? А первый болид уже загружен. Подготовка полным ходом. К нам приехал. Ну все, наш автопоезд заряжен. Мы выдвигаемся. Ну все, надеюсь, последняя сторис на сегодня. Все, мы поехали. До завтра. Выпить на ночь 2 литра воды, чтоб с утра была цела голова. Ведь сегодня я собираюсь пить с человеком из Кемерово.